Вау, посмотрите, какая красота. Турецкая пахлава. Вот что я себе взяла. Какие вкусняшки. Бурек вот с сыром. Свежий, горячий. На твою тарелку накладывают вот то, что ты выбираешь. Например, вот колбаски. Всем привет! А сейчас я пришла вот в такое место, где подают утренние завтраки, где продается пахлава различная, буреки, булочки, симиты. В общем, давайте зайдем вовнутрь. Я здесь уже ранее была, но правда я не снимала полностью обзор. То есть ресторана полностью обзор я не снимала, поэтому сейчас хочу показать. Смотрите, это вот первый зал. И здесь вот основной зал, где можно выбрать пахлаву. Посмотрите, вот это все сделано из пахлавы. Вот флаг Турции. Кемаль Ататюрк и Султан. Вот так называется. Харакёй Гулё Оглу. Посмотрите. И здесь витрины. Здесь вот витрины, где можно выбрать себе пахлаву. Вот смотрите. С фисташками. Вот разные, различные. Цены вот указаны. Смотрите, какая красота, какие вкусняшки. Вот в прошлый раз я снимала видео, когда я брала вот такие вот мидии. Смотрите. Прям глаза разбегаются. Витрины со всех сторон. С этой стороны, смотрите. Хочется прям все попробовать. Вот смотрите, сколько витрин с этой стороны. Вот. Здесь. А вот здесь вот касса, где нужно оплатить. И после уже подходишь к витринам, и вот вам уже накладывают. Посмотрите, какая красота, какие вкусняшки. Вот есть такой микс. Вот такие вот есть, как бургеры. В общем, рай для сладкоежек. А здесь это буреки. Это слоеное тесто с начинками. Вот это, например, со шпинатом. Вот с мясом, с сыром. А это поча-поча. Булочки тоже с начинками. Вот здесь можно взять чай. Напитки. Вот такое вот место. Здесь очень вкусная пахлава, очень вкусные буреки, выпечка вкусная. Это также пахлава такая вот, она вот такая вот, ну как мокрая, влажная. Вот хайма. И сейчас что-нибудь выберу и вам покажу. Вот такие вкусняшки я себе набрала. Смотрите, разных видов пахлава. Также вот взяла бурек себе с сыром и вот такой чаек. Сейчас буду вкусненько кушать вот в таком месте. Посмотрите, флаг Турции. Сегодня особенный день, 10 ноября. Получается, день смерти Мустафа Кемаль Ататюрка. И вот такой вот флаг. Сегодня с утра было минута молчания по всему городу. Было все остановлено движением. И просто люди на улице стояли, и была минута молчания. Кстати, вот это все мне обошлось,
смотрите, в 62,75 лиры. И смотрите, здесь также есть вот такие вот наборы в коробках. Вот в таких коробках. Можно вот на подарок брать с собой. Смотрите, вот это вот бумажное такое, а это уже жестяная такая. А это вот возле того места, где я только что была. Смотрите, вот здесь вот турецкие завтраки. Вот люди завтракают. Сейчас вовнутрь зайду. И смотрите, внутри здесь вот такая витрина, где можно выбрать, то есть на твою тарелку накладывают вот то, что ты выбираешь. Например, вот колбаски, вот различные сыры. И после этого ты уже с полной тарелкой подходишь к кассе, и там тебя рассчитывают, ну, сколько у тебя вышло. Смотрите, вот есть и горячее, есть салаты, вот такое вот место, также магазин, здесь можно купить что-то с собой. И вот здесь, смотрите, это мед, нутелла. А здесь на продажу с собой вот колбасы различные, сыры. Вот такое место. И сюда вот приезжают почти со всего города, чтобы вкусно позавтракать, так как здесь очень вкусные завтраки. Вот целая семья завтракает. Посмотрите, какие оливки. Разных цветов. И здесь также вот есть десерты. Трилеч, вот турецкий десерт. Испанский чизкейк. И вот такие вот турецкие десертики. И вот такой вот зал здесь есть, где люди сидят.